всех приветствую, дорогие друзья. Значит, на многие форумы я недавно заходил, так как столкнулся с такой проблемой, какой же должен быть правильный уровень масла в вашем автомобиле после того, как вы его поменяете. И наткнулся на такую хорошую, полезную статью, которая действительно многом чему рассказала, но не все ее наверняка знают. И я хотел бы с вами поделиться в этом видео ней. Так, первое, что необходимо сделать, это слить старое масло, выбросить старый фильтр, вкрутить новый фильтр, залить масло и завести автомобиль, приблизительно прогреть его до рабочей температуры. Затем заглушить и дать ему постоять, остынуть минут 10-20. После того, как автомобиль остыл, достаем щуп, вытираем его полностью, вставляем опять двигатель, достаем и смотрим, у нас будет две отметки, минимум и максимум. Так что, какой будет правильный уровень масла? Правильный уровень будет, когда находиться будет на отметке 3 четверти от минимума. Значит, находим отметку минимум и максимум, делим пополам эту отметочку. Затем между той отметкой, которую мы поделили пополам, и минимумом и максимумом, мы еще раз одну ставим. Затем между серединой и максимумом еще ставим одну отметочку. Вот этот вот уровень будет идеальный для вашего автомобиля. А минимум — это тоже будет плохо для автомобиля, так как не хватать будет ему масла. Придерживайте свой уровень на 3 четверти от минимума, и все будет отлично в вашем двигателе. Ваш двигатель будет вам благодарен и служить надежно, долго и надежно. Кому понравился мой способ, обязательно поддержите лайком, подпишитесь на мой канал, кто еще не подписан, и напишите свои способы, которые вы думали, какой должен быть на самом деле уровень масла в вашем автомобиле. С вами был Тимо Калаев, до скорого!